Привет, ребят. Мне очень часто задают вопросы, как выйти в автономию? Как сделать так, чтобы не было откатов назад? Что с тобой происходит, когда ты придерживаешься автономного образа жизни? И почему некоторые автономы возвращаются назад? Очень много факторов, которые, как я уже, наверное, говорила ранее, я не готова озвучить в открытых эфирах. Потому что не каждый готов к той информации, которую я могу дать. И именно поэтому я решила провести ретрит, который состоится в Сочи с 31 марта по 5 апреля. На этом ретрите я вам приоткрою занавес, что такое автономия, что с вами будет происходить, что происходит со мной, насколько это волшебное чувство может ощутить каждый, насколько вам это нужно. Но вы очень четко должны знать, что если вы присоединитесь к этому ретриту, вы уже никогда не будете прежним. Ваша жизнь больше никогда не будет той, которая была до ретрита. Если вы готовы полностью сменить свою жизнь, если вы готовы полностью поменять свое мировоззрение, мироощущение, если вы готовы идти в новый мир, в новые ощущения, в новые возможности себя, то, конечно же, этот марафон для вас, этот ретрит, он будет именно для вас. Присоединяйтесь. Там мы будем с вами рассказывать такие вещи. Там мы будем погружаться в такие моменты, в новую реальность, в новую жизнь, которую до этого вы, наверное, даже и не знали. Там мы с вами достанем все глубинные залежни, которые мешают вам познанию себя, познанию вашего мира и идти вперед. Мы это с вами все разберем, оставим это все позади, потому что вам больше эти переживания, эти якоря уже не понадобятся. Вы будете абсолютно свободными от всех зажимов, с которыми вы живете сейчас. Если вы готовы полностью и кардинально поменять свою жизнь, пишите. Я вас жду.